С вами «Техническая среда» и я ведущий Геннадий Емелькин. Сегодня я вам расскажу, как выкрутить поврежденную секретку либо колесный болт. Для этого нам потребуется вот такое несложное приспособление под названием экстрактор и сверло с добавкой кобальта. В данном примере у нас поврежден как раз вот верхний болт с блестящей шляпкой. Головка проскакивает, и отвернуть его не получается. Для этого мы его вывернем. Берем сначала керн и накерниваем под сверло. Так как у нас резьба здесь 12 мм, наиболее оптимальный размер будет 8 мм для сверла с таким расчетом, чтобы у нас и размер экстрактора был не очень маленький, но и не слишком большой. Чтобы облегчить процесс сверления, мы предварительно смазываем смазочкой, чтобы оно не подгорало. Опять смазываем, не будем его перегревать. Нам где-то надо приблизительно засверлиться где-то около 10 миллиметров. Резьба у нас 12 мм, наиболее оптимальный размер сверла – это 8 мм под экстрактор. Потому что если мы возьмем маленький, он может у нас обломиться. Вот мы меряем, как раз вот штангенциркулем показывают, чтобы у нас прям немножко заходил туда экстрактор, и потом дальше он будет вгрызаться в тело болта. Вот мы его прикладываем. Насечка в обратную сторону, в противоположную, мы отворачиваем против часовой стрелки, а насечка у него как раз по часовой. В итоге он будет туда вгрызаться, что поможет нам вывернуть болт. Сейчас мы одеваем ключик на него и пытаемся отвернуть. Вот мы одели его, вот у нас еще плотнее начинает его прихватывать, вгрызается, уходит в тело, и вот сейчас он должен его сорвать. И вот он начал выкручиваться.